Бонжур, мои дорогие друзья, подписчики, не подписчики, я все-таки надеюсь, что скоро вы ими станете. Вас уже очень много, и вы пишете мне комментарии. В основном вы просите сделать реакцию на Димаша. Надеюсь, вам понравится. Это живой звук. Давайте посмотрим, что это за такое выступление. Этот месье не перестает удивлять меня. Чувствую, я опять буду под впечатлением. Поехали, всем пристегнуться. Талантами. Сейчас на сцену выйдет представитель уже нового поколения казахстанских звезд. Парень, раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Голос». В Китае человек из Казахстана победил с хитом А-студио «Грешная любовь». Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Я не знаю, что это за песенка, но знаю, что он нас сейчас по одному убивать будет. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Ливни долгие лили, были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна, только ты одна. Thank you.
увидел бы эту картину басков сейчас. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Спасибо большое. С вашего позволения, я бы хотел бы сказать пару слов и выразить огромную благодарность группе «Астуди» и «Байгалияга». Сізге үлкен-үлкен рахмет за то, что вдохновляете нашу молодежь и за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан! Мы вас любим очень! Димаш Кудайбергенов! Аплодисменты! Я сейчас не могу с тобой унести. Да. Я послушал песню SOS. Историю одного неба. История одного неба. А теперь это грешная страсть. Он может петь настолько нежно. И когда он так делает, все волосы дыбом. Ну а потом взмывает в вышину, насколько это возможно. Хотя это уже невозможно. Так, с какой все-таки он планеты? Диарс, как я вас понимаю? Спасибо вам. Спасибо вам за этот запрос. Там такие сильные эмоции. Он величайший шоумен. Я сражен. Даже после всего того, что я о нем знаю, что он обучался и оттачивал свой голос уже с малых лет. Да, он много работал. Но это не всегда залог успеха. Без вот этих эмоций, которыми он пропитан, они же бегут с него ручьями, как пот. Нет, конечно, он так не потеет. Если честно, как мы говорим здесь во Франции, это был полный паштет. Что-то такое непосильное. Я даже не могу разобрать эти ноты. Они же летают. И там есть ноты, по которым пианино плачет. То есть ему уже и пианино не хватает. В общем, как-то так. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставим лайк. Если это так, я просто в ауте. Не могу очухаться. Это нечто сумасшедшее. Нечто безумное.